Всем привет! Опять же, по старой доброй традиции, баннеры на экране на дружественные мне каналы. Также на эти каналы ссылки под видео для тех, кто смотрит с мобильных устройств. Переходим, смотрим, подписываемся. Парни, не стесняемся, будет интересно. Итак, друзья, сегодня хотелось бы поговорить про основное назначение складного ножа. Да-да, не удивляйтесь, оно таковое есть. Вообще, насколько я владею информацией, насколько я знаю лично, может быть, моя информация недостоверна, может быть, я где-то заблуждаюсь, но опять же, друзья, это мои мысли, и переубедить меня будет трудно. Если вы думаете по-другому, это не может не радовать, как всегда, в принципе. Так вот, изначально нож складной назывался всегда перочинным. А вы никогда не задумывались, почему? Основное назначение складного ножа, по крайней мере, в прошлые века и в прошлом, наверное, уже тысячелетии, это было поправить перо. Я имею в виду те времена, когда еще писали перьями, гусиными чернилами. Потом постепенно, конечно, это уже переросло заточить карандаш и для каких-то мелких, там, скажем так, карманных работ. Но вот, возможно, я упустил тот момент, когда нож складной перерос в тактический, и уже начал использоваться военными в каких-то боевых задачах. Хотя, может быть, это просто маркетинговый ход западных ножевых компаний. Для меня это, честно, останется загадкой. Я не буду сейчас вам показывать все функции ножа складного, которые он должен исполнять по своему прямому назначению. Ну, то есть, вот одно я вам показал, заточить карандаш. Он с ней справляется на ура. И здесь, опять же, повторюсь, неважно, какой замок у вас, аксис или лайнер. Точит и точит. Я не буду сейчас на камеру резать колбасу, резать сыр там или еще чего-то делать. По большому счету, я вообще не понимаю, скажем так, ну, всех вот этих вот тестов складных ножей, там, как он режет продукты. Это, ну, конечно, никому конкретно не адресовано. Я думаю, что не стоит на меня обижаться, потому что это лично мое мнение, а каждый человек имеет право на свое мнение. Если вам нравится резать колбасу, если вас устраивают эти тесты, да не вопрос, делайте. Но я не вижу у них никакого смысла. Нет мне резона сейчас резать при вас колбасу или хлеб, как он режет. Да нормально он режет. Как резал, так и будет резать. Даже с половинчатым клинком, в принципе, половину меньше, можно будет порезать и колбасу, можно будет порезать и хлеб. Да что угодно сделать. То есть, да хлеб и колбасу можно стеклом отрезать, на самом деле, по большому счету. Правильно? Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, друзья, не надо возводить складной нож в ранг каких-то тактических, который готов исполнять какие-то боевые задачи. Опять же, я уже говорил в предыдущем видео, что там бронежилет пробить или сковырнуть люк вражеского танка, там, я не знаю. Не должен складной нож этого делать. Максимум, что, вот да, заточить карандаш, да и то карандашами сейчас навряд ли кто-то пользуется. А и даже больше скажу, что есть какие-то уже давно точилки, которым гораздо удобнее это делать. Складной нож это больше, я скажу, ну, какая-то, наверное, что ли, традиция, которая вот есть, повелась она давно. Вы знаете, у меня вообще вот всегда иногда я представляю старые советские ножи, у меня всегда перед глазами всплывает какой-то вокзал, поезд дальнего следования, где мужчина достает из карманов брюк нож, еще такие, помните, раньше были с экстрактором для гильз, и вот он его открывает, начинает резать буханку хлеба, там колбасу, сыр, где-то на газете, и просто тупо перекусывает, или дальше это уже переходит в какую-то пьянку, неважно. Ну вот, такие вот у меня впечатления, такие вот у меня мысли, как бы. И не могу я в себе их перебороть. Если вам нужен жесткий тактический тесак, то берите уже тогда, я не знаю, фикс какой-то для города. Кстати, и, наверное, об этом будет видео в ближайшее время. Но не надо калечить складные ножи. Не надо жаловаться на их там, я не знаю, плохие замки и некачественные, там, скажем, некачественные, скажем, сразу замки, что они складываются там или еще что-то. Главное по уму пользоваться этим ножом. Главное грамотно подходить к нему и относиться с уважением. И тогда он вам будет служить долго и счастливо, скажем так. Засим прощаюсь, как всегда. Палец вверх, кто не ставит, тот вонючка. Кому не понравилось видео, ставим палец вниз. Это тоже поднимает рейтинг канала. Всем удачи, всем пока.